Устала я и хочу детей повидать. Костик у меня бизнесмен. Он, правда, в школе не очень хорошо учился, но смог. А вот кто хорошо учился, так это Ларочка, старшая моя. И замуж очень удачно вышла. Знаете, у нее муж профессор. Я Жанна. Жанна, не надо. Это моя жена. Ну, а у Милочки другой талант. Доченька. Мама. Ой. Потому что вот эта вот девочка талантливая. Крис, не надо. Что? Ну, талантливая же, маленькая, хорошая девочка. Вот она вкалывает в три барах. А вы знаете, что он в моей квартире живет? Это моя квартира. Он в моей квартире живет, на мои деньги, на мои харчи.